В Индии растет число жертв отравления школьным обедом. Как сообщил министр образования страны в среду, по последним данным 20 детей скончались, еще 21 находятся в больнице в тяжелом состоянии. Состояние 9 из них врачи оценивают как критическое. Все дети младше 12 лет. Инцидент произошел в сельской школе в штате Бахир. Роковой обед состоял из риса и бобов. Повар, который его готовил, также скончался. Местное население разгневано произошедшим. Утром в среду люди вылили свое негодование на полицию, кидая камни в полицейские будки и автобусы. Бесплатные школьные обеды входят в государственную программу поддержки малоимущих семей. Под нее подпадает более 12 миллионов детей в 29 штатах страны, и она является крупнейшей в мире в своем роде. В бедных штатах, таких как Бахир, она пользуется особенной популярностью и является большим стимулом для детей ходить в школу. В то же время эту программу критикуют за низкие санитарные нормы и коррумпированность. Власти начали расследование, а также пообещали выплатить семьям погибших компенсацию в размере 200 тысяч рупий. Это около 3300 долларов США.